な、ムズか。Доброе утро, город. Доброе, это день открывает. Доброе утро. Во-первых, обожаю вот эту песенку «Ария радиодемона». Но давайте займемся лучше другими чертенятами. В общем, вчера вырубило электричество. Люди там пишут: «А, кто-то звонил в Хабрат Кошмаль, кто-то еще что-то пишет я». Вытаскиваю детей на балкон, зажигаю свечи и достаю карты. Разве что, извините, канделябра не притащила, а рука на них не поднимается. Канделябра не детей воспитывает. В общем, шикарно провели час с хвостиком, отлично поиграли, младший шулер. Или, может, потому что много ноет, его карта любит. В общем, а из этого вывод. Да, некоторые любят играть за красную, некоторые за черную. Главное – наслаждаться самим процессом. И даже если ты не выиграешь, просто позволить себе почувствовать этот позитив. Конечно, да, если карта идет, то настроение лучше. И, по-моему, старший зарекся играть в карты с младшим. Это тоже хорошо. Надо отваживать детей от азартных игр с маленького возраста. Так что наслаждайтесь тем, что дает. Спасибо вас. Спасибо. Это, знаете, я сейчас послушала речь, она, конечно, как прикольно, здорово, как будто бы из жизни такие фактики так подоставала везде. И вот в речи как-то, ну, простите, что могу сказать. Я люблю дневной сон, и я когда поспала днем, я проснулась, ну, как бы под вечер, света нету, вот, и печально было. Мне страшно, но мы сделали театр теней. Вот, это вот прям очень классно было. Нет, там были вот прям, короче, картонные штучки, там все там ведьма, там было, короче, все прикольно. Вот, про азартные игры, не знаю, я люблю покер, я не играю на деньги, мне очень нравится просто смотреть играть. Ну, короче, а вот по поводу вашей речи, ну, она нейтральная, как по мне, никакого цвета сверхъестественного нет, то есть страйка номер один, поговорите на папире, а на папире все надо поговорить. Вот, даже если десяток Каспера вот с этой частью стала папириться. Вот, и мне еще понравилась фраза: Каспер выдал цвет девятому игроку, или как-то там, короче, сказали, вот это вот мне прикольно было. Какой цвет? Вам нравится ваш цвет? Мне кажется, у вас такой цвет, который вам не нравится. Это время игрока на три. Так, первый игрок — хорошая позитивная речь, не сбивалась, много было разных мыслей, хороший посыл такой положительный. Я поиграю с первым игроком на нулевой клуб. Хотя немножко, конечно, опасаюсь, может она скрывать свои эмоции, я уверен. Так же, как игрок номер два, вообще для меня самый сложный игрок проходить по эмоционалу. Но в этом случае эмоционал был немножко отпущен, припущен, чем игрока номер два.
Поэтому с игроком номер два я не поиграю. Ничего такого супер черного не сказала, но относительно ее других речей. Мне кажется, второй игрок мне немножко грустненький. Я узнал, что свет выключают только когда поехал за пивом. В магазине не было света. В холодильник работал, и я с телефона выпил свет пива. И попил и выбрал. Время меняется как на 4. Доброе утро, город. Ну, вообще-то, вообще жизнь проходит мимо, все тут про эту тьму египетскую рассказывают. Вот. А у меня свет не отключали вчера. Я читал посты, видел пост в Фейсбуке и не понял, что речь вообще. Понял, что про шулеров, а с чем это связано, не понял. Речь ее была хорошая, эмоционально текла хорошо, мне речь, в общем-то, понравилась. Хотя, послушаем ее на попиле, определимся, то есть пока она не цветообразующая. Второй, который сказал, что у первого была не хорошая речь, меня насторожил второй. Второй игрок, со вторым я не поиграю, три мне понравился, но он поиграл, правда, с один. Я вот три поиграю, один я не возьму до попила, я ее послушаю на попиле и определю. Три мне пока подходит, три играю, с два не играю. 10 секунд. Пока все страдали вчера. А, про музыку. Первая музыка это вообще был этот Шантель. Насколько я помню. Вот, и что-то еще. Топ-3, мяп, ты рутон 5? Поиграю с 3, но я думаю, что один красный. У меня, во-первых, такие логические цепочки между вот этими фактами, которые... Вот Ба говорит, она там рассказывает разные факты, там вот выбрала ее жизнь и рассказывает. Вот я согласна, а связи, которые она между этими фактами проводит, ну, в общем, я думаю, что один красный. 2, ну, не знаю, я бы так вот сама бы ничего не сказала там про 2. Но три с ней как-то вот довольно резко Ника играл, и, ну, может быть, да, я в таком случае обычно не играю ни с два, ни с три, чтобы они разбирались. 4 тоже не берет 2, говорит, что 2 не понравилась речь 1, а 2 нормально отнеслась к речи 1. То есть так вот нейтрально и выставила ее не потому, что там бы подозревала, а просто потому, что послушала. То есть я бы оставила, наверное, между 2 и 4 разбираться, а с 3 тогда можно поиграть. У нас тоже свет не отключали, причем солдат пишет в Фейсбуке. У нас в Кирьятата тоже свет отключили, а у меня в Кирьятата свет не отключали, в общем. Время, и ротом 6? Ну, что-то пока мало, что понятно. Ну, первый игрок, он находил по позиции, я считаю, больше. А не по основам словам, всегда отличный. Идет я цвет никак. Ну, позиции уже может дальше поплыть, если на черный, на красный сыграет. Я считаю, ну, первый не мой цвет. Играть. Ну и перейти, кажется, опасно. Я могу круг подержать, но я никуда не тороплюсь. Из 2-3, я смотрю, у меня может раз больше. Скажешь, прям 2, так я голову один, я не могу. Я пока можно сказать, наверное, 3. Из 1, не знаю, 5, не знаю, вообще не знаю, 5-1 красный, он 1 не берет. Это уже 3 въехал в 1, да. Ладно, я не знаю, 3, 5, 6. 10 секунд. Там пусть не разобрался. 1, 2, 4, там. Точно 32. Черный 1, 1, черт, там нет 2, 2, там нет точно. Смотри, у меня игрок на 7. У меня, помимо того, что я 100 лет в мафию не играла вообще, сегодня еще, наверное, не лучшее время начинать в нее играть. Потому что вчера, во время великого затемнения, мы попали на вечеринку людей в черном. Которая свет отключили за 15 минут до ее начала, поэтому ее не отменили, не перенесли, а вот это вот все было в таком формате. Ну и дел там было нечего, а были коктейли, вот, и я до сих пор отхожу. Это так, предисловие по поводу затемнения. Один нельзя дать цвет, потому что она такую речь вот реально может сказать, и белый, но вот для меня не могу дать ее цвет. Вот. Два я посчитала красной, потому что когда она черная, вот чисто эмоционально она пытается свой эмоционал поднять так, особенно на эти. Потом между 3-4 кто-то, мне кажется, черный есть. 5 кто, а я не знаю, не позиционно. Я играю в команде. Я играю в команде 1-5 и против 3. Значит, смотрите. 5 скорее красная, потому что назвал красная 1. Кстати, почему мне нельзя левую просто взять? Если играть в какие-то позиции, во-первых, мне кажется, почему-то начать. Про
прошлое. Значит, смотрите, почему не против 3, а не беру 3? Потому что 3 слишком рисковато. По-моему, уехал игрока номер 2. Я не знаю, кто между ничего. Смотрите, я думаю, между 6-7 обязательно сидит ничок, между 2-4 сидит обязательно ничок. Так, будем слушать игрока номер 9. Игрок номер 1. А, мы пилимся вообще-то? Mm-hmm. Мы пилимся, мы не пилимся. Все, пилимся, не пилимся, дело наше. Неважно. Короче, я играю 1-5 не против 3, между 6-7 черный, между 2-4 черный. 3 скорее красный, но был я слишком рисковатый в 2, мне кажется. Нет. 10 секунд. Пас. Игрок номер 9. Может, не попилился. Все, тогда не пилим? Окей, да, хорошо. Смотрите, один по эмоционалу мне показалось по-красному. Говорил, у нее... Я вот уловила вот эту связь про карты, как она пришла, короче, к мафии, поэтому у меня речь устроила, поэтому я аккуратно с ней сыграю. Два никак не жестко не въехала. Мне понравилось, как поговорил три, поэтому я возьму три. Четыре мне не очень понравился. Он, во-первых, въехал жестко в два вообще как-то, не по факту. Вот. Потом начал что-то про музыку в конце речи говорить, потом помолчал, там у него время остается, он такой, а я что-то еще хотел сказать, у него уже все время кончилось. Вот настораживает меня четыре. 5 поговорила нормально, взяла 3. Мне на Париже тоже понравилось, про то, что она сказала, что там надо между ними разбираться. Поэтому я сыграю 3-5. 6 я не очень поняла речь. 7 я потратила полуречи на то, что рассказала, как мы вчера повеселились, и у нее не хватило времени, секунд. Поэтому надо переслушать. 9 вроде тоже поговорила неплохо. И мне кажется, проверка будет нормальной. Ну, короче, ладно. Uh-huh. Проверка между 2-4 будет вот хорошей. 2-3-4. Время. Ну, мне кажется, больше, что сначала. Мы не переходим к голосованию, потому что выставлен только один игрок. Город уходит. Ночь. На то, что выходит мафия. Мафия проходит на игроков. На 1, на 2, на 3, на 4, на 5, на 6. Более подозрительным, чем 6. Вот, между вот вы говорите, что вот кто 7? Вот между 6-7 вы сказали, что есть для вас черный. Я не могу пока что сказать, потому что 6 перепутал мою речь, а 7 большую часть типа рассказывал про вечеринку, про меня. То есть большого разбора посыл не было. Поэтому для меня 6-7 пока что игроки, которые. Вот, 5 для меня пока что покраснее. Из всех поговорищих 5-8 для меня хорошие речи. Один надо еще раз послушать, потому что попила не было. Вот, и мне очень интересна позиция, потому что вы вот если красный, скажете, что вы хорошие. Вот, пока что мне кажется, что 3 более в красную сторону, 5-8 красный, 9 я не знаю, что краснее, ну, краснее, между 5-8, 5. Игрок номер 3. Так, у меня было подозрительно игрок номер 5, когда сразу на своей речи сказал. 3 играю, 1 красный. Тогда сыграли договорка, а потом понял, что 10-й показывает. Поэтому только единственное, что я подозревал 5-й, поэтому подозревал 8-го, что он проиграл с 5-м. Теперь я не подозреваю. Восьмой хорошо поговорил, анализировал стол пятый. Мне не так сильно понравился. Восьмой больше. Восьмой играть с пятым, я поиграю с восьмой и с пятым. Все нормально. Два... У нас потом. Потом у вас найдем. Два, я считаю, что да, покраснее будет. Теперь у меня с подозрением на 7. Оставляю игрока номер 7. Я уверен, что много речи уделила этой тьме. Какой-то египетской.
Плюс 3-4 стало, тут надо разбираться, это непонятно, как у нас объединило. 10 секунд. Странно, и не закончил анализировать. Но вообще мало аргументов. Сейчас бы побольше послушать, пусть это стоит 6. Говорил, так ничего не сказал, непонятно. Доброе утро, город. Но я надеюсь, что, как сказал игрок номер 8, проверка действительно прошла куда-то между 2, 4, 6, 7. Выставляю игрока номер 2. Принято. Если все эти игроки будут стоять на выставлены, будет хорошо. Мы определимся, когда появится информация. Вот. Я вас, кстати, не очернял. Я сказал, что вы мне не подошли, потому что мне один понравился, а вам один не понравился. А три понравился один, и он тоже заметил, что два не понравился один. Поэтому я с три поиграл. Два не поиграл, не было никакого ни наезда, ни попытки очернения. Но сейчас она так резко лезет, выставляет 4. Поэтому, Ну, я надеюсь, что это будет еще информация, что пошла куда-то проверка здесь. Поэтому они будут ставить. 5 мне понравился, как поговорил. 8 понравился. 8 то, что попросил 2, 4, 6, 7 на проверку. 9, в принципе, говорила хорошо. Вот, но походу никто просто со мной не поиграл. Я сейчас не знаю, кого себе в команду брать. Ну, то есть 3, 5 вот мне понравились, между 6, 7 есть. 8, 5, 5, 5, 5, 5. У меня игрок на 5. У меня подозрение между игроками 2, 4, 7, 9. Уже вышли, выставляю номер 9. 9, принято. Но сейчас 2 так поговорила. Мне кажется, что 2, 3 в одной команде, и скорее всего это красная команда. То есть 2, 4. 2, 4, во-первых, не вместе, а 4, мне кажется, почернее. Ну, уже 4 стоит. Потом, почему 9? Смотрите, тут подозрения, например, у 8 игрока между 2, 4 и 6, 7. У меня как-то 6 особых подозрений не вызывает. Вот 2 говорит, что 6 перепутал ее речь, а 7 там мало поговорила по столу. Ну там то, что 6 перепутал речь 2, мне как-то не очень кажется по черному. То, что 7 поговорила мало, тут я согласна. Тут у меня 7 просто по черне. А 9 я даже не смогу, наверное, объяснить. У меня просто 2, 4 не вместе. Между 6, 7 у меня, скорее всего, 7, но все равно 6, 7 не вместе. То есть тут из вот этих 4 игроков 2 черных. И у меня тогда остается только 9, потому что 1, 3 и 8 мне нравятся. Поэтому у меня остается 9. 2, 4 не вместе. 7, 8 тоже не вместе. Кто такой 8, когда так разобрался? Вот он любит, он сказал 6, перепутал. Я ничего не перепутал, сказал, что 2 не вехали, что она не поиграла, наш 1 не поиграл, не знаю, я 8 больше не намерен сейчас. Я вообще как ходил 2, 4, 7, 8, может выбрать 3 человека, просто перейти, все. Это будет идеально. 2, 4, 7, либо 7, 8, 4, 2, 2. Одно более красное лицо. 7, точнее 7, 8 будет. 7, 2, 4, плюс 4, 7, 8, 3, 7, 2. Я выставляю 7, выставляю 8, выставляю 2, 4, выставляю 2. 4 свободных. 8 принято. Свободно, да. 9 для всех красные, 3 для всех красные, 3 для всех красные. 5 тоже что-то не подозреваю, так вот получилось. 10 секунд. Один пока он вниз сидит. Окей. Пока мы не еще вот шанс поговорить. Не знаю. Почему 8 красных, не понимаю почему. 2, 4, 1, 3, 6. Игрок номер 7. А я бы на вашем месте вас бы подозревала, выставляю игрока номер 6. Нормально. Принято. Я знаю свой цвет, я красный, я думаю, что ваш мой красный. Вот. И кого вы еще? Вторую я еще по тому кругу. Вот игрок номер 2. Я прям от вас увидела такую неблагодарность. Я из всех поиграла с вами, и при том, что на прошлом кругу вас атаковал весь стол, я сказала, что 2 эмоционально красных. Вот. При этом вы меня раз атаку развиваете. Мне вообще сложно, потому что до меня тут, получается, со мной ни один игрок не поиграл. Вот. Тем не менее, мне совершенно непонятна позиция шестого, потому что вы опять все напутали, вы напутали все позиции. Что я напутал? Факты. Да пол. Факты еще прям. Пятую считаю красной и восьмого. У меня подозрения между игроками. Между 3-4 я считаю. Да, 3, есть. Игрок на 8. Я буду продолжать играть, как я играл в прошлом кругу, но у меня будет смена позиции по игроку номер 5, потому что абсолютно неадекватное подозрение 9 среди наиболее подозрительных 6, 7, 4, 2. Откуда 9 взялась? 9 поиграла 8, 8. Она повторила мою позицию, но откуда 9 были гораздо более подозрительные люди? Значит, господин Царик, что вы мне не намерены прощать?
означает, я так и не понял, потому что я не сказал, что я ничего не перепутал, а просто сказал, что между 6 и 7 может быть всякий черт. Значит, 7. Почему вы просите, когда господин Циник говорит, что я подозрительный, вы говорите, ну выставьте его, выставьте, и потом разворачиваюсь на своей речи опять в него, когда, по сути, по вашей просьбе, чтобы он выставил меня, разворот должен был быть в меня. Это мне показалось странным. 9 еще не проговорила, но подозрение 5-9 мне кажется странным, мне нужны обоснования. Потому что мне было надо узнать, вы разбегаетесь или он действительно вас до атаку разводит. И это время, игрок номер 9. Смотрите, мне, опять же, сейчас мне очень понравилось 4. 4 не голосуется. Это плохо. Да, 4. 5, которые тоже по набору у него как-то получилось 9. Мне просто это непонятно только из-за того, что вы один еще не послушали, и вы ее как-то нашли красную по первой речи, но вы как-то вот так вот развернулись. Поэтому для меня это немножечко очерняет вас. Дальше. 6, мне показалось, речь была неплохая, то есть он сидел и спрашивал, ну а почему 8 красный, почему 8 черный? То есть мне показалось, что он сидит и думает, вот только вот так мне показалось. Он топил, да, но, не знаю, это была речь буквально ничего, потому что 7 начала вот, короче, вот смотреть какой-то разбег, потом обращалась всю речь к 2, что вот вы меня подставили, я вас там типа с вами не крала, а вы вот так, то есть это, мне кажется, что это по черному. 10 секунд. Вот. 2 поговорила хорошо, с 3 я до сих пор играю. 8 тоже поговорила нормально. Надо слушать 1. И вот мне пока что не нравится 4, 5, 6, где самый черный 4, потом идет. Там время. Так. И смотрим Значит так, что 4 не голосовать нельзя. Я по нулю просила перевертку между 2 и 3, потому что у них уже нарисовывался разный цвет. Причем девятка тут же кинулась показывать, да нет, надо проверять между 2 и 4, при том, что 2 на нее закидывала по нулю. И поэтому я считаю, что они в команде попытались такой маленький топорный разбег, и сейчас резко сели в одну команду. И теперь 7. Ну, если по прошлому кругу я хотела вам попилиться, чтобы дать вам поговорить про остальных игроков, то в этот раз ваша речь носила сугубо оправдательно-эгоцентричный. Это показывает ролевую карту, либо игрока загнанного в угол. Но это чисто мое. Восьмерку мне понравился еще по нулю за позицию, так как 4. 10 секунд. Четко разоцветить. 2, то 4 и 3 играют. Насчет 5. 5 мне покритиковало уже по 0, поэтому 5 для меня краснее. 6 и рубится 7, поэтому 6 для меня покраснее. Время. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки. Подожди. Выставлены игроки 4, 7, 2, 9, 8, 6. Голосуем в порядке 4, 7, 2, 9, 8, 6. 4. Кто-то, чтобы стол покинул игрок номер 4. Принят. 1 голос. 7. Кто-то, чтобы стол покинул игрок номер 7. Принято 3 голоса. 2, 3, 6. 2. Кто-то, чтобы стол покинул игрок номер 2. Принято 3 голоса. 1, 4, 5. 9. Кто-то, чтобы стол покинул игрок номер 9. Принято. 0 голосов. 8. Кто-то, чтобы стол покинул игрок номер 8. Принято. 0 голосов. Поставьте руки, кто не голосовал. 7. 8. Проголосовали. 6. По 30 секунд игроки 7 и 2. Игрок номер 7. Нет. Ну теперь я точно буду против игрока номер 6 играть, потому что что у нас? 10 секунд. Игрок номер 2. Так, смотрите. Между игроками. Просто речь один, это было что-то для меня с чем-то. На самом деле у меня взорвался мозг. Это раз. Во-вторых, после голосования подумала, что 7, скорее всего, красный, что она могла бы докинуть просто руку и все. Но при этом она сейчас кинула речь. И у меня диссонанс просто в голове.
для меня очень-очень подозрительные игроки 1-4. Мне нужно понять, почему 5 поставил мне руку. То есть аргументация. Мы переходим на переголосование. На переголосовании игроки 7-2 голосуем в порядке 7-2. То, чтобы стол покинул руки. Принято 7 рук, кроме 4 и 7. 4 и 7 ставят руку 2. Да, нормально. Руку номер 7, ваша край. У меня красный цвет, можно убедиться, собственно говоря, по количеству рук. Вот я оставляю себе в противовес 6. Господин Дизель, проверьте, пожалуйста, шестого игрока, потому что я ухожу красный и... Прикинь, отстрелочку. Ага, это фолз. Спасибо, пас. Спасибо, прощаемся с игроком. Видите, это был ваш второй фол. Город уходит в ночь. Надеваем маски, садимся в пол ночного жителя. Голова опущена, руки на плечах. Остается 3, 6, 8, где 8 очень странно спрашивал, 2 про вскрывалась ли она, прикрывает ли она кого-то. Я не видела, что это было, но нет. Ну, короче, сами там разберетесь. Вот. Но у вас 1, 4 точно четко. Мы прощаемся с игроком. 1 открывает игрок номер 3. А, так, почему 9 может быть шерифом? Когда 4 сказал, что он не голосуется, 9 все-таки выставило 4 и все-таки проголосовало к нему. Это был такой ход смелый, который может оправдаться, будет начать на шерифе, действительно. Почему она проверила 2? Это была хорошая проверка, 2 действительно. Многие топили, кто-то не топил, то есть 2 давало много цветов. Почему она проверила 5, тоже объяснилось, все логично. Почему 4 проверил 2, тоже, в принципе, логично. И какая-то вторая проверка 6, да, вторая проверка 6. На вашем месте, ну, возможно, я бы тоже 6 проверил. Ну, тоже как бы, да, но 9, у нее сильная позиция в качестве шерифа. Мне так кажется. Мне всегда подозрительно 1, потому что она говорит 3-4 с разноцветом, 3-4 с разноцветом 2. У меня нет разноцвета с 2. А нулевом кругу там чуть-чуть было. Там время. Игрок номер 5. Игрок номер 4, извините. Игрока номер 2, свою черную проверку, вы даже не внимательно, вам не интересно, вы сейчас спрашиваете, кто же. Я же 3 раза показал на листов, все спрашивали. 2 черная проверка, я выставил черного, и 6 красная проверка. Вот. Смотрите. 6. Кто был 7? Кто был 7? Ну не знаю, я допускаю, что 7 могла быть черная, но у меня она не проверена. Вы меня спрашиваете, а точная информация? Я думаю, что если, как рисовался разноцвет 2-4, как бы между 2-4 и между 6-7, если 6-7 были в зарубе, то может быть, если 6 красный, то 7 могла уйти черный. Вполне я допускаю.
Вот, речи ее были странные, и на попиле она просто скипнула речь, даже оправдываться не стала. Для меня сейчас красные игроки 1, 3, 5 и 6 проверенные, 2 проверенные черные. Вы поиграли по красному, но сейчас, наверное, вы выставили 7. Ну да, но 7 у нас все-таки не проверено. Вы с большой долей вероятности красные, хотя и не... 10 секунд. Хотя и неизвестный игрок. Вот. 1, 3, 5, 6. Там 3, 6. И вот там 5. Ну, смотрите, у вас кто черный получается? 2, 9. И, ну, если, ну, 7 уходило непроверенной, да, но хотя, да, у вас, скорее всего, 7 черная, потому что это пила красного. Защитная проверка 6. Ну, второй экспол, шей. Потому что, если не 7, то тогда 8. Угу. Потому что все остальные тогда у вас красные. Угу. Ну, как-то нет такого. У 9 черная команда, тогда получается 4-1. Что, ну 7, ну я не знаю, я не вижу, что 7 вот уходила красная. Если она красная, ну очень плохо, потому что искать... Тогда получается нужно черного между 6-8. И тогда это скорее 6, наверное, потому что, возможно, если 7 красная, нашла 8 красного, окей. Это время. Вертом 6. Два вопроса. Первый, почему 8 с этим строчком 8? 2 плюс 7. У меня своя логика, она все очень логичная. 8 между 6, 7, то 6 черный. Говорят, кто там черный, там вместе 7 голосует 6. У меня никогда не сыграю красными 7, у меня 7 точно черная, это опасно, что я говорю. Я ей говорю, скажи отстрел. Красный игрок пускал отстрел просто так вот. Она просто сказала, держи отстрел, потому что чтобы ее черные не запутались. Я не играю просто. И 4-7 голосовали. Я могу 4 голосовать тоже баланс. 4-7 голосовали вместе. 2, которые, наверное, больше красных получается. Ну, разноцветные, как бы. На попиле куда 7 голосовать? Тут в себя и попал. Ну да, ну 4 тоже голосовали. Наверное, была красочка, например, когда... почему 8-7 голосовали 6? 10 секунд. То шериф, ну, больше 9 шерифов. И ты шериф уверен, что больше. У меня 4-7-8 команды верующие. Это время, верно, 8. Команда 4-7-8, это когда я в ноль проатаковал и 6, и 7. 4 говорит, что вы не проверенный, а у него остается, если 7 уходило красным, то я у него последний черный. И получается, команда 4-7, ну никакая вообще. Получается, когда я послал проверку между 2, 4, 6, 7, вы пишете команду 4, 6, 7. Абсолютно неверно. Смотрите, если для вас игрок номер 9 является шерифом, то вы должны вообще атаковать 4. Если для вас является шерифом 4, вы должны атаковать 2. 8 здесь где нарисовал? Выставляю 4, выставляю 6, выставляю 1. 6 принято. А, вы думаете, он красный? Ладно, ну хорошо, хорошо. Между 4 и 6, между 4 и 6. Ой, между 4 и 2. 10 секунд. Ну, 4. По вашей же логике, ну, если 9 шериф, то... Хорошо, нет, ну если 6 атакует меня. Это второй фол, терапей. Ладно. Время. Выставляю 2. В D&D есть такое правило. Вард стоит. Если вард говорит логичные вещи, то в пати все плохо. Сейчас обосную. 9 на своей... Во-первых, убийство проверки 9 были странные, потому что просили проверку между 2 и 4. Просили проверку в 6. Никто не просил проверить 5. Это вот... А, вы просили? Дальше. На прощальной речи 9 хотела окраснить, потому что 7 может быть красным, и не нашла, за что попытка вызвать, как бы, окраснить своего же игрока. Тем более, что речи семерки были упадчески черными. Но опять же, зачем меня слушать? Для меня четверка жестко шериф, то, что он проверял те проверки, которые я просила. Дальше. Я понимаю, что сейчас весь город начнет играть в баланс, в альтернативные версии. 10 секунд. Если у нас 2, 7 и 9, подозрительно уже третий раунд подряд. Правильно? 9! Я же говорила по прошлому раунду, что у нее были маяки с двойкой. Но зачем меня слушать? Подождите, если я черная с 2, 7, 9, я сижу одна.
4 собранная команда. Вот такая контрольная игрока номер 4. 4 собранная команда. Он без проверок понял, что у него 1 красный, что у него 3 красные, что у него 5 красных. При проверке 9, у 9, типа 9 проверила 5, и 4 говорит, ребята, у меня тоже красный. То есть вы даже не подозреваете 5. Вы не рассматриваете другой команды между... А что, красная проверка, он же либо черный или что? Ну вы должны, это ваш третий пол, вы должны хотя бы искать других игроков, но вы не ищете, потому что вы уже шли, и все. Это как у вас собранная команда, вы уже думаете, что 7 черная. Он думает, что команда 2-9-7. Если не 7, то 8 у него, последний черный. Внимание, это была его речь на столом. У него собранная команда, у него 1-3-5, это красный игрок. Уходит игрок номер 4. Назвали вы, поэтому вы тоже становитесь черным игроком. Такие речи, все, 4 сейчас уходит даже не в баланс 9, а потому что у него собранная команда, и он уже все знает наперед, что у него, скорее всего, черные игроки 2-7-9, если не 7, то 8. Это время. Я предупреждаю игроков 4 и 6, у вас по 3 фола, игроки 5 и 8 по 2 фола. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 2, 4, 6, 8. Голосуем в порядке 2, 4, 6, 8. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 2? Принято 1, 4, 2 голоса. 4. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 4? Принято все остальные голоса. 8 и 6 получают по 0 голосов. Игрок номер 4, ваше крайнее. Ладно, смотрите, я ухожу, определились, баланс, не баланс, но смотрите, двойка точно уходит после меня. Даже если то, что вы даже не захотели слушать, и вот, например, игрок номер 8 даже сейчас и не слушает, ему не важно. То есть он с двойкой советуется, он даже не слышит. Я на своей речи несколько раз сказал, что семерка, я не знаю, то она не проверена. А двойка вас уговаривает, что у шрифа 4, вся черная команда собрана. 2, 7, 9. А где я в своей речи сказал, что 7 черных? То есть она вам просто... и вы сейчас, когда я рассказываю, даже есть игроки, которые не хотят слушать. Вот 2 после меня уходит, и 8 не хочет слушать, он маякует с двойкой. То есть, ну... А разве у вас не собрана черная команда 2, 8, 9 или 7? Это пол. Ну 7 вы же рисуете, нет, я сказал, что я не знаю, что 8 не проверили. Может быть любой игрок среди тех, которые мне кажется красным, он может быть черным. Это же непроверенные игроки, не надо мне вкладывать слова, которые я не говорю. Никакая команда у меня не собрана. Найдено 2 черных, и есть игроки, которые я считаю покраснее, и которые менее красные. А то, что вы говорите, я этого не говорю. Секунд. Вы сейчас входите в стол Танос, уходит двойка. Вот, потом, я считаю, для меня вероятный 8, вот, но это неоднозначно, это не то, что я сказал, что он черный. Это время. Спасибо, прощаемся. Город уходит в ночь. Надеваем маску, садимся в позу ночного жителя, голова опущена, руки на плеча. Воронцкий, на позу выходит в маску. Маска какой? Номер каков? Номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9, номер 10. Маленький номер просыпается. Номер 4, доброе утро, город. Утро не доброе для игрока под номером 8, ваше крайнее. Почему не 5? Странно, по всей логике должно было быть 5, или 5, а не 8. Потому что все остальные поразители, даже я поразительный был игрока номер 4. В общем, смотрите, сейчас выходит один. Вопрос такой. Одну секунду, подождите, господин Садик. Кто-нибудь слышал за столом, когда госпожа Дейнерис спросила господин Дизит, проверьте, пожалуйста, того-то, того-то. Он скрывался вообще перед этим? Он скрывался перед этим? Откуда она могла знать, что он скрылся? А, посидит. Ну, хорошо. Нет, ну, это должна была быть информация, что он шериф. Но если он посидит, а может, он красный. Четыре сказал до этого, что он не голосуется, и тогда была речь с ним. Это второй фол. Хорошо, это же не значит, что он шериф. А возможно, они просто вместе сидели на договорке. Она сказала, что он будет скрываться шерифом. И тогда только. То есть я подумал так. Короче говоря, мое завещание такое. Сейчас уходит один. На угадайке между 3, 2, 6. Это время. Мы прощаемся с игроком. Этот день открывает. Игрок номер 5. Ставляю один.
Один принято. Один в одной команде вместе с 4, а для меня 9 шериф. Вот 9 для меня шериф, 4 для меня уже шериф. Один четко в этой команде вместе с 4. И у меня только один получается. Теперь 9 шерифа, значит, точно красная. 3, ну я не знаю, у меня нет игры против 3 совершенно, и 2 тоже вы его находите красным, я понимаю. Я вообще думала, что вам 3 вскрылся. Думала, что вы красная проверка, а вам 3 вскрылся на нулю, и вы его как-то так вот сразу просняли. Окей. А потом, значит, и последний черный. Если 7 уходила красная, вот при всем вот этом, то тогда 6 получается последний черный. То есть команда 1, 4, 6. Просто я не вижу 7 красной, потому что она даже сказать ничего не могла, не сказала, то у нее там подозрительность, что-то. А я наставила 6. И это время. Верхом 6? Верхом 6? А, да, верхом 6 у вас 3 фола, вы можете кого-то выставить, кого выставить. 3, принято 3. Игрок номер один. Мистер номер два. Во-первых, один шериф ушел. Это тоже, у него уже вся команда найдена. Это во-первых. Во-вторых, знаете, почему меня остановили? Потому что вы, Мирабель, железно на меня залезете. Это логика, психологическая. В-третьих, почему отстрелили 8? Потому что 8 мог переубедить стол. Почему оставили вас? Потому что вас назвали красной проверкой, и вы в это абсолютно верите. Это называется покупкой. Три красный, ну он как бы он начал проверять альтернативные версии. Три с нуля три красный. Не в чем сомневаться. Шесть противовес 7. 7 для вас более черная, значит 6 красный, правильно? У нас было 2, 7, 9 команд. 6 в одной команде с 4. Получается. Вы почему-то залазите мне. Я же сказала еще раз, 2, 7, 9, говорила это с прошлого раунда. 7 за упадническое, 9 за маяки, 2 со мной противоположно. 10 секунд. Я и все. Что, я уж, а меня оставить, потому что вы железно заголосуете меня, потому что вы никогда со мной не играете, когда мы с вами в одного цвета. Сейчас город опять проиграет из-за нашего залупа. Игрок номер 2. Вот это я, конечно, с командой 2 сидеть жестко заезжаю, вообще просто еду в таком удобном кресле, вообще нет никаких претензий с Олегом, тоже наверняка номер один. Смотрите, да, мне кажется, объяснять нечего, почему 4 не шериф, у него была предполагаемая команда 2-7-9 либо 8, вот, в итоге отстрелился 8, осталась только одна я, как я так играю, вообще не знаю, как бы, он сказал, что у него 1-3. 5 красные игроки, 6 у него красная проверка. Все, у него так была только вон та команда. Все, 4 не шериф, это, мне кажется, логично. Если что, у 9 игрока не собрана команда. Она сказала, что 7 у нее, скорее всего, черная, но она пыталась найти красноту, потому что она рассматривала худший вариант, потому что если 7 красные, то кто дальше? Это очень небольшой вопрос. То есть я знаю, что у меня 5 красные, все. 10 секунд. Думаю, что 3 покраснее, чем 6, если выбирать между 3 и 6. Все. Это было и то. По ощущениям, наверное, со второго круга. Это время, игрок номер 3. Так, из наиболее вероятного, что у меня есть 9, первую ночь проверяет 2, это хорошая проверка по нулевому кругу. Можно было 7 проверить, но 2 давало больше цветов. Вторую ночь действительно 2 игрока просят на проверку 5, плюс 5 топит 9, 9 проверяет 5, это тоже логичная проверка. 9 голосуют в 4, когда 4 говорят не голосуются, выставляют его, все равно голосуют, это поведение шерифа. То есть 9 по ходам, очень даже вероятно шериф. Отсюда 5 у меня красная, отсюда, естественно, 8 красных, которые еще отстреливаются. 8 и 5 топят в 1. Теперь между 2 и 6, 2, мне кажется, покраснее, потому что тоже пишется в эту команду 5 и 8 со мной. Поэтому если не 1, то 6. 10 секунд. 11 было странная речь и сейчас, и на прошлый круг, когда писала 3-4, топим против 2, нет такого. 4 у меня шериф, тоже не мой шериф. Это Андрей, меня. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 1, 3, 2. Голосуем в порядке 1, 3, 2. 1, кто то, чтобы голосовать, выиграл игрок номер 1. Все, кроме единицы. 3, кто то, чтобы стол покинул игрок номер 3. Принято. 0 голосов.
И поставьте руки, кто не голосовал. Один голос единицы уходит в игрока номер 2, игрок номер 1 в ваше крайнее. Ну, вы же, по сути, сказала, что сейчас будет. Я знаю, почему вы не знали ничего. Я знаю, почему она собралась. Она останется, она на себе. И она победит, потому что сыграла на нашем свадьбе. Потом, либо отстрелится 6, и тогда, ой, ну вы, вас оставят, вы же красная проверка, вы железно с ней в одной команде. Либо отстрелится 3, и тогда начнется, да, я же говорила, что 6 черный, конечно же, 6 черный. Одно из этих двух будет. Но ник у меня психопатра, как не Кассандра. Хотя верят мне точно так же. Спасибо, пас. Всем прощаемся. Город уходит в ночь. Надеваем маски, садимся в позу ночного жителя. Голова опущена, руки на плечах. Доброе утро, город. Утро не доброе для игрока под номером 5, ваше крайнее. 9 для меня шериф, 2, то есть сидит за столом, она красная, 3 для меня красный, сейчас уходит 6. Поскольку игра не закончилась, значит 7 уходила красный, потому что 1, ну, жестко была в команде из 4, потому что при 9-ых ушло 3 руки в 2. Я вам напомню. Я проголосовала вместе с 4, потому что это была жесткая заявка. Он выставлял 2, топил 2, то есть нет, сказала, есть голосовать именно 2, пока был единственный шериф. 1 это так и не высказал. У него вот 2 просто черное и все. Потом 7, да, она завещала 6 на сидеть противовес. При этом 7 на нее залезали 6 и 8, при этом 8 она все время красняла, несмотря на это, а против 6 все равно продолжала играть. Я еще подумала, что может быть это вот она поэтому черная, но сейчас я вижу, что из 1-7 для меня 1 скорее уходила черная, чем 6. Если 7 уходила красная, то значит сейчас 6 уходит и все. 7 красная, да, 7 красная. Просто я не вижу, где 1 красный. Мы прощаемся с игроком. Этот день открывает игрок номер 6. Нет, все наоборот. Если попробую, объясню. Один красный. Сейчас один красный понадобится. Выставляю, попробую два. Два принято. Смотрите меня. Я еще пока не послушаю всех. Почему я красный? Я тоже черный. Среди всех точно только один черный. Один черный среди 4-9, это точно, точно, как известно. Там 1-7, один черный, 4-9, один черный. И тут у нас один черный. Кто? Надо пока подумать. Я выводил. Когда был с вами между 2-7, я голосовал 7. Ну, для вас я должен быть краснее, чем. Я выводил 4. Ну, несмотря на что 9 делал самострел, 2 с черного 2. 7-4 для меня это одна пишет кванты, если дает 4, 7. 3 я сказал, что стал более красный. 2 мне не нравится тем, что я сказал, что я перерал речь, я в речь не перерал, потому что 2-3 для меня, наверное, 3 будет краснее, но это не точно еще. Время, игрок номер 2. Смотрите, вторая три. Три это? 6. У меня в любом случае 6 почернее, чем 3. Почему? Потому что у меня 9 шериф, это однозначно. Она, ну как бы, хоть и сказала, чтобы у нее 7 уходила четно, но 7 уходила, как мы поняли, красным игроком, потому что 1 сейчас ушла, игра не закончилась, 7 оставляла баланс свежего игрока. Плюс. Я, ну, типа, на игре у меня было ощущение того, что, типа, 4 меня въезжает неаргументированно, а 3 тогда въехала аргументированно, и, скорее всего, он, ну, типа, больше красную сторону. Я говорила, что для меня это покраснее, хотя, на самом деле, таких сильных аргументов, почему 3 прям сильно красный, нету. Просто если сравниться с 6-м игроком, я на прошлый год сказала, что между 3 и 6 для меня будет 3 покраснее, все. Потому что 7 оставляла баланс с 10-6, для меня 7 красных, ну, сколько 9-6. Плюс против вас завещание. Команда 1, 4, 6. 10 секунд. Да. Печально, что мы не 7, я буду чуть сильно стыдно перед ней из девок номер 7. Вот. И почему один это якобы 3. Красный знал, что должен отстрелить? Игрок номер 3. Выставляю игрок номер 6. 6 принято. Так, игрок номер 6. Вы не попытаетесь никого убедить голосовать против кого. Пускай может 2 черного, может 3 черного. Как вы хотите выиграть, угадать? Кого-то купить, кого-то
Так, против вас было много завещаний, и от 7, и от 8, и от 5, там еще 9, я не помню. Вы действительно голосовали вместе со столом, но выставляли вы совсем не мимо. Вы выставляли меня на последний круг, голосовали вы один, вы выставляли кого-то другого, голосовали 4, то есть вы голосовали да, вместе со всем столом, но выставляли вы совершенно противоположную команду. Это минус. Потом вы сейчас должны по логике топить игрока номер 2. Вы говорите, я не знаю, уже 2, 10 секунд. 3 прошлый круг. 3 выставили в прошлый круг, 2 выставили. То есть такая у вас позиция неопределенная. Для меня вы черный и по завещанию. Это время. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 2, 3, 6. Голосуем в порядке 2, 3, 6. 2. Кто с то, что стол покинул номер 2, принят. Один голос от шестерки. Тот, кто, чтобы стол покинул игрок номер 3, принято 0 голосов. И поставьте руки 2 и 3. Уходит игрок номер 6, игрок номер 6, ваша крайняя. Ну все, правильно. Красный игрок не знает цвета, он даже потому что всех шоу. Поставлял всех ваших групп, потому что нужно было все. Чтобы все топили в один, я считал, что они красные. Потому что не все не было черных. Все было двое черные. Кто выставили 3. Единственное, что выставили 2, другой выставили будут все. Я не был даже выставлен в ваших групп, это было выставлено 1, 2, 3. Сейчас я ухожу. Прикольно, да? Как там так определились? Я думаю, вообще шрифт 4, а 9 взяла самостоятельно, сейчас черная 2 у вас выиграет игру. Понимаете, как это прикольно? Как на 3 выиграть игру, потому что вы правильно все заметили, что я голосовал с пятым игроком со столом, а пятый вообще стоял возвращение, и даже не заметил. Это очень плохо. Так, покупайте красного игрока, покупайте красного игрока, а он не покупается. Да. Ладно. Сейчас красный плохо сыграли. Не люблю быть черным, когда есть Каспер, это какой-то сразу минус. А может плюс, как бы разными есть. Ну ладно. Неплохо сыграли красный. Ну и как бы, чтобы черный сыграли плохо. Я бы не было этих. Почему ведьмак предугадал расход событий, что 6 проиграл? Нет, 6 не проиграл, 6. Все нормально. Все из-за ведьмака вообще, да. Это время. Возвращаемся к Тверополу. Я являюсь победой города. Могли были игроки 4, 6, 7, 6, 9. 4, 6, 7. 4, 6, 7. Разобрали. Ничего вы не разобрали. 7 у вас красная. Да, 7 ушла красная. Но у них один ушла черный. Да, 7 ушла черный. Я понял. Типа они типа разобрались. Красная кси перечернила черную. Да, красная кси перечернила всех.